не город, на самом деле. Вопрос весь в том, что уведомление это пока ни о чем абсолютно не говорит. Это правовой статус на их стороне. И для любого выселения однозначно нужно решение суда. А решение суда, оно, я думаю, что будет на стороне тех граждан, которые проживают. Потому что многих у них есть стаж работы, который позволяет им остаться в этом жилье. Есть другие категории граждан, проживающих, имеющих возможность остаться в этом жилье. Поэтому мы будем держать на контроле данную ситуацию и, естественно, оказывать помощь.